Здорово, ну что ж, погнали далее. Так, мы продолжили с того места, где остановились. Там какая-то дверца открыта, но это опять же, возможно, наша комната. Да, это наша комната. Тит, я встревожен докладом, который только что получил от астротелепатика. Обвинение в ереси. Ее голосом говорил? Я спрашиваю лейтенанта. Сайкер была одержима. Твой сержант посчитал иначе. Я ошибался. Ты пытался взять под арест своего лейтенанта. И слава императору, что не смог. Но теперь единственный человек, способный связаться с лордом Калгаром, пал от вашей руки. Я буду следить за вашей тройкой. И если хоть на секунду заподозрю в скверне, то колебаться я не стану. Все вольно. Ты какой-то, слышь, хуй охуевший, пшел ты нахуй, да, блядь? Вот хуи неблагодарные. Враг сосредоточил основные силы в котловине Нумерилеон. Таласа займется варп-маяком. Меридиану придется надеяться на чудо. Остальные зачистят усыпальницы в котловине и создадут плацдарм для дальнейших операций. На Демерионе противник имеет численное превосходство. Но появление там еретической заразы переполнило чашу терпения второй роты. Мы причиним предателям такие муки, каких они не испытывали со времен сожжения Проспера. Их ждет боль, страдания и разгром. Сыны Шилимана, сокрушим их во славу Ультрамара! Во славу Ультрамара! Лейтенант Тит, да прибудет с тобой благословение Амнисии. Калео, может ли в теории доспех Тактикус выдержать десант с орбиты? Кравец для нас слишком громоздкий. Отрицательно. Огромный риск. На орбите скопление космического мусора. Но если мы сумеем увернуться от обломков, переживем сам спуск? Вычисляю. Шанс 62,4136%. Недопустимо мало. Спасибо, Галео. Братья, мне нечего добавить к словам нашего капитана. Разве что пару практических соображений. Херетики искусны в деле обмана. Они непременно пустят в ход ложь и иллюзии. Там, внизу, вы сможете положиться только друг на друга. Доверяйте лишь своим братьям и своим инстинктам. А теперь вперед! Дадим врагам бой! За императора! За императора! Был подобный опыт? Десанта в зоне боевых действий? Сквозь зенитки, вражеские корабли и горящие обломки? Именно. Нет, это будет впервые. Кодекс Астартес не поддерживает это решение. Но я охотно попробую. Не разделяйтесь, и на
иначе перегруппироваться будет сложно. 60 секунд. Шлемы. Брат. Я должен извиниться за события на Авараксе. Не нужно. Я поддался подозрениям. Едва не убил тебя. Когда я был молодым капитаном, один из подчиненных усомнился во мне. Я не придал этому значения и поплатился. Твои подозрения укрепились, потому что я не смог их развеять. Как не смог и в тот раз. Начинаю суборбитальный десант. Для меня честь сражаться с вами. Взаимно, брат. Ты вырос на Калте? Сегодня предатели заплатят по счетам. Да, брат. Включайте тягу. За Ультрамар! За Ультрамар! Ёб ты, блядь, ты в рот, ты в рот, ты в рот. Обработать все эти обломки. Придется ориентироваться на глаз. Мы справимся. Сосредоточьтесь. Блядь. Брат, осторожно. Да, сука. Два раза уебался. Да, блядь. Ёбы, драконы? Чего шлем-то сняли? Ёб ты, блядь, туда в рот ты. Расчистить путь! Предатели погибнут от нашей руки в мгновение ока. Они не заслужили быстрой смерти. На, с башечки. Так, а мне бы жизни, аптечек бы мне.
Класса, мы десантировались. Движемся к цели. Что у вас? Мы в непосредственной близости к боевой барже. Вы нас опережаете. Доложите, когда Атрей будет готов к запуску. Будет исполнено. Мы позволим им обойти нас в исполнении миссии, брат? Не сегодня. Ладно, с кувалдой побегаем. Не, ну в первой там были и топорики, блядь. Музыка так внезапно громкая. А где там колдун? Здесь колоссальный ущерб. Стойте! Замедляется. Колдовство еретиков. Безусловно. Но это приведет нас к цели. Наверняка это ловушка. Времени мало. Придется рискнуть. Двигаемся к собору. Двигаемся с осторожностью. Так. Таласа, мы почти на месте. Доложите, что у вас. Спящий гигант вскоре пробудится, брат. Дождитесь нашего сигнала. О. Братья, вы это слышите? Призраки в эфире. Не обращайте внимания. Оба. Бурлит шепотами. Мы с
может быть только один. Все идет по плану. Все. Таласа, передаю координаты цели. Ваш сигнал едва различим за помехами, но сгодится. Лейтенант, сильные помехи. Держитесь в непосредственной близости к цели. Держитесь! Если нас оттеснят, а трой пройдет мимо цели. Мы не отступим ни на шаг. Так, а что мне... Они помешают нам увидеть крушение этой нечестивости. Будем сражаться до тех пор, пока башня не рухнет. Запятнанные варпом выродки! Воу-воу-воу! Смотрите, как ваши ложные идолы падут в обрат! Поднимет меня кто? Я плюю прямо в проклятый глаз вашего примарха! Боеприпасы. Переброска. Твоя жалкая жизнь прервется здесь. Прикройте язык. Да блять! Что там за хуйня? Я слышу двигатели. Да. Клинок от Рея оправдал свое имя. Это даст нам время, но действовать надо быстро. Пока враг контролирует Аврору, ситуация не в нашу пользу. Запустить устройство. Или это кто-то еще? Что бы это ни было, Адептус Механикус этого не санкционировали. Остановите это. Есть, капитан. Так, ранца все нету, да?
Скоро отыщем тебя во плоти. Кузен, не лишим этой плоти. Можете оставить ее себе на память. Журнал Магаса Екатерины Малволос 8.6.C21.5. Прогресс расшифровки метанабора данных неизвестного происхождения 0,001%. Мне не хватит времени обработать столько информации. Гробница атакована через следование. Успокойся. Резервный журнал Магаса 8.6.C73J. Лучше хоть что-то делать, чем застыть в благоговении перед тем, чем наши наемники. Жаль, меня не допустили к месту вооружения этого набора данных. Знание контекста было бы полезно. В метанаборе неизвестных данных есть аномалия. Почти весь код мне не знаком, но одна малая процедура написана на древнем диалекте этого техника, от которого давно отказались. Хотя бы нечто знакомое. Аналоговый резервный журнал Макса Екатерины Малголос 8.6.7.2.1. Я смогла инициировать написанные на столе микротехники. Не знаю, что за духи машин обитают, но надеюсь, что они происходят в этом миссии. Испытываю желание запустить древний код. Что это? Подсказка? Или команда? Что должен сказать мне этот мигающий текст? Он тревожит меня даже во сне. Что значит это слово? Пробуждение. Вот чё он так далеко-то убежал? Заряжаю оружие! Ценой уничтожить Аврору. Значит, устройство правда работает и может их ослабить? Думаю, им нужен только источник энергии. А зачем они убили Носика? Этого я не знаю и гадать не хочу. Мы здесь, чтобы остановить это безумие, так и будет. Я тебя ебало жажду расхуячить. Покажись, молотом. В чем дело, брат? Артефакт взывает к тебе, Тит. И я его уничтожу. С кем ты говоришь? Вы его не слышите? Нет. Жалкие фокусы. Смерть ложному императору! Смерть его марионетка! Так, а аптечек тут нету, да? Нет, нигде ничего не завалялось, жизни вообще крайне мало. Это не сулит ничего хорошего. Идем в лагерь.
оружие Механикус не здесь. Тут велись раскопки. Верно. И наш путь лежит вниз. Аптечки давайте, сволочь. Так-то лучше. Кайрон вызывает несокрушимый. Спускаемся в Раскоп Механикус. Запрашиваем данные из архива карт. Запрещено по приказу Адептус Механикус. Это лейтенант Тит. Доступ разрешаю. Отклонено. Требуется хуяли. Да, блядь, заебали вы своими печатями. Это возмутительно. Снова еретики. Значит, мы на верном пути. И этот тоже пал. Так, надо этого... Нашел боеприпасы. Чего там добить его, блять, не может? Если артефакт и правда проклят, мы должны уничтожить его раз и навсегда. Согласен. Вы входите в карантинную зону. Требуется дезинфекция. Давай. Проведите биологическую очистку внутри камеры. Микробный индекс 1,2%. Начинаю стерилизацию. В этом мире почти нет признаков жизни. Это мир кладбища, брат. Он отведен для мертвых. Микробный индекс упал до 1%. Нужно двигаться дальше. Это
Интересно сказано. Жаль, эта комната не уничтожает и скверну заодно. Это задача для нас. Типа, ебать, ты уничтожишь микробов, чтобы мы, блядь, спустились в шахту? Древние руины. Возможно, прикрытие для исследований. Скорее, их предмет. Фигуры на этих стенах выглядят странно. Это древние метки губительных сил. Вырезанные глупцами задолго до того, как Великий Крестовый Поход озарил этот мир. Культисты варпа не имеют к ним отношения. Откуда ты знаешь? Скоро увидишь сам. Архивраг добрался до самых темных глубин этих пещер. Возможно, та самая Аврора. Нахуй, суки. Собираю припасы. Вот кара за твое предательство. Надо перезарядиться. Эти руины огромные. Чем же древние камни заинтересовали адептов Марса? Мы не догадываемся, какие секреты они содержат. Главное, чтобы выдержали наш вес. Восполняю запас. Кое-что нашел. Так, здесь есть что? Кого там? Терминатор? Так а чё ты его не добиваешь этого? Так-то лучше. Так, окей. Жалкая жизнь прервется.
А что такие мимо пробежали, типа, блядь, похую вам, что ли? Добивайте его. Заряжаю оружие. Чё вы, блядь, не добиваете? Нашел боеприпасы. Блять, вот этот цвет пиздец на. Остановим надругательство. Тебя раз и навсегда, колдун. Император защищает. Каждый меч входит в их броню, как нож в масло. Эти предатели достойны самых жутких проклятий. Не теряй веру, брат. Мы покараем их должным образом. Гоняться за призраком этого ублюдка. Зачем они разместили Аврору так глубоко? Возможно, она всегда была здесь. Но как? Реликвия времен темной эры технологий. Это ересь. Они наверняка сошлются на марсианское соглашение. Снова их проклятый поиск знания. Так, аптечка. Собираю припасы. Патроны, осколочные. Собираю снаряжение. Погнали. Как глубоко уходят эти туннели? Скоро узнаем. Вызывай лифт. Хотя он сейчас будет завести его, да? А я чувствую, сейчас отбиваться будем, ёбаный враг. Ящик улетел. И погнали. Вот и крысы. Еретики рассчитывают нас окружить.
Останавливаюсь. Восполняю запас. Лифт вот-вот прибудет. На успехе подкрепления неприятеля. Окажем им теплый прием. Блять. Сюда! Поднимите меня! Подмагнет некто? Спокойно! Я тебе помогу! Ладно. Успехся чисто. Заходим. Так, где-то здесь какие-то гранаты валялись. Это я возьму. А. Прикройте, я заряжаюсь. Будьте готовы ко всему. Что это? Мир гробница. Ты уже видел такое прежде? Только механические ужасы, которые исторгают подобные места. Марсиане все сохранили в неприкосновенности. Это место надо было стереть с лица Земли в тот же миг, как его нашли. А с кем они там сражаются? Я уничтожу вашего жалкого механического человека. Глупец Жириман верил, будто сумеет спрятать это место от нас. Но у нас есть глаза и уши в каждой тени, в каждом уголке, в каждом закоулке галактики. Я уничтожу Аврору, а вместе с ней жалкие мечты вашего примарха о победе. Опять треплется. Не обращайте внимания на его болтовню, братья. Ничто не отвлечет нас от цели. Враги нас заметно опередили. Этот путь приведет нас к ним. Колдун не сможет ускользать вечно. К обелиску! Блин, ну я даже не знаю. Конец-то будет или нет? Как легко ваш Империум закрывает глаза на ересь, если она служит ему. Сколько пыток инквизиции ты перенес лишь за то, что коснулся того камня? Делай мир, то, что ты знаешь, меня. Ты знаешь, что лучше, чем ты знаешь сам.
сделаем с артефактом, когда до него доберемся? Сотрем в пыль. Раз он на тебя не действует, почему бы его не использовать? Ты смеешь заикаться о ереси, сержант? Я ничего не говорил. Подтверждаю. Этот выродок туманит нам рассудок. Прости меня, брат. Мы не подведем тебя, брат. Можешь не сомневаться. Брат, брат, прости, брат. Брат, братюня, братан. Так. Отродье хаоса! Ты низкого мнения о Цангора. А во мне, о великом Тинке. Не доказывай, что ты силу вообще. 8 гадов, 8. Все это лежало прямо у нас под ногами на протяжении многих веков. Эпох, брат. Если, конечно, архивы не лгут. И в столь бесчисленном множестве миров, что мы и не мечтаем открыть. Молюсь о том, чтобы однажды их разыскали и уничтожили. Так, ладно, пусть аптечка здесь сохранится. Мало ли. Ага. Да хер-то там. Неужели? Неужели вы их добиваете? Заряжаю. Расчищаю зарядиться. Блять, не гранат. Нету здесь нихуя вообще. Вот это и бесит, то, блять, дохуя гранат валяется, то вообще нихуя, блять. Святая Терра, почему все это не уничтожили? Сохранили для изучения. Резервный журнал Жрецы Марса зашли слишком далеко. 9.9.I 99I. Амнистия. Что я натворила? Саркофаг раскололся. И оттуда побежала прямо по стене металлическая насекомая, вроде многоножки. Я попыталась запереть его в гробнице. Но сейчас не смею вернуться и проверить, получилось ли. Я дрожу от ужаса. С какой целью бог машина создал это существо? Я надеюсь никогда этого не узнать. Надо уходить отсюда. Аналоговый резервный журнал. Плевать на протокол. Я запустила аномальный код и получила набор чисел. 01, 23, 15, 11, 05. Какая-то злая шутка. Этот шифр означает «пробужден». Thank you.
Блять, ну это вообще. Собираю припасы. Опасность такие здоровые у него. Блять. Да что? Я ж нажимаю, блять. А я думал, хули они в меня-то стреляют. Хватка скверны становится все сильнее. И мы проследуем к ее истоку. Да. Почти добрались. Уничтожает еретиков. Где же им ура? Там чинят расправу над предателями. Добавим им еще. Я чуть не упал. Расчеты должны быть верны. Смазка нанесена трижды. Это Люс. Слеп ко всему, кроме своей работы. К счастью, усердие не способствует поспешности. Люс! А, лейтенант Тит! Хвала амнесии! Через несколько минут вы станете свидетелем... Сейчас же остановись! Прошу вас. Я понимаю ваши опасения, но смотрите. Это лишь малая часть того, на что способно устройство.
Я уже видел все, что оно может. Милорд, поверьте мне, это мой поиск знания. Работа всей жизни. Выключай. Живо. Не буду. Простите, милорд. Время докажет чистоту моих намерений. Хуя ты, блядь. Дрожащие на ветру. И враг. Мне было показалось, вы сделаете всю работу за меня. Увы, придется закончить дело самому. Узрите истинную мощь. Твои пагубные энергии бессильны! У тебя сейчас причина морды аж налопнут. Ебать. Ну вот это, конечно, отстой. Да я не могу. Он что-то задумал. Блять. Да ты чё такой хуй? Да блять, поднимите меня! Час, нечестивое создание. Довольно этой детской возни. Верно, сейчас мы прекратим ее раз и навсегда. У меня же яйцо зачесалось от интриги. Запечатаем великий разлом и загоним еретиков обратно в фарм! Всего лишь одним
поворотом полярности. Каков гений? Скажи, милый, из какого океана ты черпаешь эти жемчужины мудрости? Мечтает узнать, где рождается все знание мира. Вот он, источник твоего вдохновения. А, я думал. Тита Кирано, как слышите? Так, ну. Проклятье! Неужели Люс не понимал, что творит? Глупец! Он принимал шепот колдуна за голос собственного вдохновения. Люс был всего лишь пешкой. Они убили Нотика и заставили нас поверить, что хотят сделать то же с Люсом. Чтобы мы привезли его именно туда, где он был им нужен. И весь этот спектакль в катакомбах. Уловка, чтобы обмануть Люса и вынудить его завершить работу. Так, ну я думаю, на этом все. Типа, что-то долго как-то получилась глава. Так что давай счастливо.